вчера Надя сказала, что на третье, что Габотов никогда не будет с Дианой. Есть одна причина. Она долго не назвала, потом проболталась. Потому что он своими глазами видел, как Диана спала с Настей. Кто? Надя так сказала, что Габозов ей говорил, что никогда не будет с Дианой, да, потому что видит... Да, пусть Габозов сюда придет. Ни хрена себе сказала. Да. Пусть Габозов, Габозов сказал. Типа, на, да, пусть Надя Габозов сказала, что... Если он немедленно станет на колени и будет просить прощения вот за свою броню. Надя говорит, я не буду говорить, но у меня Саша сказал, что никогда не будет с Дианой, он... потому что он спал с Настей. Я говорю, а со мной? Про тебя не знаю говорить. Вот пусть так он придет. Вот, вот такие вещи не говорят, блин. Саша, иди сюда! Пускай он сюда придет, скажет. Что? Слушай, пошли в кафе. Что ты хочешь? Ты почему на тет-а-тете говоришь такие вещи? Какие? Ты почему сказал, Надя сказала Эрике, что как будто бы ты не будешь с Дианой, потому что ты своими глазами видел, как я спала с Дианой. Я такое сказал? Да. Кому я сказал? Кому Эрике я сказал? Сказала Надя. Эрика сказала, Надя сказала тебе, что я видел, как Настя спала с Дианой? Да, встретись с Рустамом, она нам сказала с Рустамом. Позовись, Надя! Я слышу, что вы говорите. Я тебе говорил, что Настя спала с Дианой, я видел, как она спала с Дианой? Нет. А что ты сейчас опять говорила? С Рустамом я сказала, Саша не хочет общаться с Дианой за ее близких наклонностей. Да, а при чем тут Настя? Ты сказала, что спала с Настей, вот Рустам. Я сказала, что у Дианы лесбийские наклонности. Позвоните Рустаму, вот сейчас ей доказывает, что она именно сказала Настя. Позвони Рустаму. Надя такое сказать не могла, потому что я такого не говорила. Если это было вслух, я вас всех... Я сказала, что у Дианы лесбийские наклонности. Ты для меня не существуешь, общайся с кем-то другим. Я говорю то, что было на тете вчера. Позвони Рустаму. У него прямой. Долго не хотел сначала говорить. Есть причина, Рустам. Ну что, что за причина? Я, она сказала, имя Настя прозвучало 100%. Видел своими глазами, он... Это все тоже она говорила. Нормально, оба стоят, врут, я вообще в шоке. Набери, давай мне, Рустам, набери. Вот. Делайте на громкость. Я сама спрошу. Нет, я сам. Ну хорошо, спасибо. Поставь на громкость. Словно, как я ему вчера сказала. А ты, тихо, тихо. Тебе сказала тихо, Надя и Рустам. Тихо, да? Тихо. На вчера на тет-а-тете, да? Пускай скажет на слово. Надь, такое было или нет? Тихо. Я сказала, что Диан, если с близки на кровь... Тихо! Да не ори ты. Ну ты смеешься. Да, да. Русичка, мне знаешь, что интересно? Не ори такой. О чем у вас с Надей вчера был тет? Нет, ты спрашивай конкретно, Саша. Нет. Надя сказала, Надя сказала. Не говори, не говори. Пошлите домой, а как я сказала? Пошлите ко мне домой. Надя говорила тебе или Эрике, что... Саша! Нет, ты спроси, как пошли ко мне домой. Как Надя, вообще, что Надя говорила? Почему ты не хочешь нет, быть ну, с Дианой? Ну, извини меня, Надя, естественно, поддерживает тебя, Саша. Она не верит ни во что. Она считает, что нет, у вас все в порядке. Если ты об а этом... А почему я с Дианой не хочу быть? Так... Не, ну дело в том, что там что-то выяснилось, да, или какие-то интимные подробности, Саш. А Надя говорила, что я видел, как Настя спала с Дианой. Да, были эти слова. Она сказала, что я видел, как Диана спала с Настей. Ну, как будто бы ты случайно увидел их в ванной, плескающихся в воду. Или я, подожди, или она сказала, что я не хочу встречаться с Дианой из-за ее каких-то лесбийских наклонностей. Ну, вообще Рустам, бывает. Рустам, ты говори правду. Говорила Надя вчера так на тет-а-тете или нет? Ну, скажем так, на самом деле это была одна из версий. Я этого и не скрываю, и Надежда, спасибо, по-моему, Рустам, тоже этого тебе не огромное скрывает. Саш, дело в том, что наш разговор, если вы хотите точно его знать, потому что я уже многого не упомню, я вчера много разговаривал с вами, вы можете его просмотреть, мне кажется, вам никто не забудет. Я это обязательно сделаю. Давай просмотрим. Хорошо. До свидания. Такого не может быть, потому что я тебе не говорил, что... Саш, я видел, как... что ты мне передаешь? Я тебе говорю, пускай поднимет тему, ради бога. Пусть посмотрит, как я дословно сказал. Я прекрасно помню, как я сказала дословно.
Она мне еще будет права качать до школы. Наверное, забыла, где ее место. Куда идти? Сюда? Сюда. Сюда? Вон туда. Вон туда. Вон сюда, да? Надевай наушники. Ну-ка. Нажимай. Куда? Вот, вот, плей. Сюда, да? Плей. Ой, а что-то звука нет. Есть, о. Русь, мы тоже думали, что мы что-то подцепили, это у него простудно, мы ходили это к врачу. Это простудно, да? Ясно. Ну, успокаивайся, что да? Нет, я тебе серьезно говорю, я с ним ходила к врачу. Там другая ты причина. Знаешь, всю просто жизнь... Саша узнал, я не могу сказать, я не ради бога, Саша узнал, что Диана спала в свое время с Настей, что у нее лесбийские наклонности. Он сказал, близко не подойдет к ней. Он все... увидел своими собственными глазами у нее дома. Он был в шоке. Он думал, что это все просто разговорчики. Что у Насти бывает не та ориентация, не традиционная. Помимо Сэмику, ей нравится Диана. Ну что? А? Ну что? Что? Ну? Вставай давай. Что вставай? Вставай давай, что? Вставай ну, давай. Посмотрела? Я посмотрела кассету, где ты так говоришь. И что? Как я что сказала? Что и что? Слово в слово. Как я сказала? Что Саша видел своими глазами, как я Диана сплю с Дианой. Я этого не говорю. Покажи что мне эту кассету. Что я говорила? Пойдем, пойдем вниз. Пойдем вниз, пойдем. Ты сейчас посмотришь эту кассету. Пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Никто не смотрел. Я смотрела тут. Олег, как всегда, выпал из темы. Олег, она помнит, да, они выпал из темы. Просто ходили. Одевай заушники. Так, кто здесь? А мы все? Даже вот такие. Там другая ты причина. Знаешь, просто жизнь... Саша узнал. Я не могу сказать, я не ради бога. Саша узнал, что Диана спала в свое время с Настей, что у нее лесбийские наклонности. Он сказал, близко не подойдет к ней. Он увидел своими собственными глазами у нее дома. Он был в шоке. Он думал, что это все просто разговорчики. Что у Насти бывает не та ориентация, не традиционная. Помимо Сэмика, ей нравятся девушки. Ну, а что ты думаешь, что мне Саша сказал? Если он увидел собственными глазами. Это ты сказала? Это я сказала. Это мои слова личные. Причем это твои личные слова? Что Саша видел своими глазами. Да. И ты говоришь, что у нас все? Да. Ну, пойдем наверх. Пойдем? Пойдем наверх. Там же вообще встречаем. Это мое мнение. Видишь, я вру все время. Вчера я врала и сегодня. Почему ты говоришь, что Саша было видел своими глазами, что ты вообще-то на кого они? Что твое мнение? Мать, я остальные куда поставлю, потом в комнату пойдет. С чего ты решила, что Саша... Я послушала тоже. Что твое мнение? Что такое? Так, а что? Что дословно такое, типа... Ты сказала, что Саша видит своими глазами. Я обняла Сашу. Я перед Сашей извинюсь за это. Ты не перед Сашей должна извиняться, Надя. Это мое мнение. Ты сказала на всю страну... У тебя нетрадиционная ты сказала на всю страну, что Саша видел своими глазами. Я перед Сашей извинюсь. При чем тут Саша? Ты хотела... Я Саша при чем тут Саша? Это мое мнение. Я его не имею. Ты сказала не свое мнение, ты сказала, что якобы Саша видел, и что своим есть тому доказательство, что у меня нетрадиционная ориентация. У нас свобода слова, да? Это не свобода слова. Нет, ты могла сказать, что у меня нетрадиционная ориентация. Да. Ты сказала, что якобы кто-то видел. Ты сказала, что якобы кто-то видел. Причем тут Саша, Надя? А что ты причем хочешь? Тут Саша? Хорошо, Надя. Извини, что я сказала, что это Саша видел, что я причем еще тут... приплела. Нет, ты сказала, что мне не важно, Саша или кто-то хорошо еще. Ты сказала, что видели, что я спала с Дианой. Это мое мнение. Ты сказала, мнение? Что это видели. Клевета. Это мое Надя, мнение. Ты сказала, я прекрасно знаю, по какой причине удалили Надя Диану с проекта. Ты сказала, что знаю видели. Это мое мнение. Ты сказала, что видели, Надя. Что ты хочешь? Сказала, что извини, видели, Настя, что я сплю с девушкой. Нет, мне не нужны твои извинения. Подожди.
Я хочу, чтобы мы с тобой дрались по-нормальному. Ты хочешь вот перчатки одеть? Да, я хочу тебе набить лицо по правилам. Давай, одевай перчатки. И еще я хочу, чтобы ты извинилась, потому что через 6 дней моя мама будет смотреть эфир, где ты говоришь, что кто-то видел, что хорошо. Я сплю с девушкой. Я скажу сегодня, это лично мое мнение. Что это чем лично? Не подкреплено? Ты сказала мне... Да, Багирочка? Ты сказала, что... Вкусненько, да? Видел своими глазами, мне не нужны. То есть все тарелки грязные здесь были. Будете разбираться сами. Ты сказала, что кто-то видел. Это твой. Но урумати. Саш, ты поставишь себя, она второй раз выставляет. Сядь, еще нагло, брат, на. Ну не плачь, только не плачь, пожалуйста. Пойдем. Ну пойдем хотя бы на стул сядем, что ты в прихожей. Встань, да встань, Настя, пошла. Она не стоит твоих слез, ты не доставляй такого удовольствия. Настя, с ума сошла? Вставай, пожалуйста. Увидит и обрадуется. Нет, да она просто, она не знала, как подосрать, и придумала вот такое. Если сам Саша говорит, что этого не видела, такого не было. Она просто сейчас и его подставила, и себя подставила. Но она как-то не особо сожалеет. Она не сожалеет. Солнце, понимаешь, что ее бесит? Она что-то заговор, что мы против нее что-то сплетничаем. Она нахуй ему не нужна. Мы вообще про нее, вот сколько я смотрю, даже эфиров, вот ни разу не было, что мы что-то говорили про нее плохое. Мы сейчас к ней относились вообще вполне нормально. А она приходит вот тут же на тетах и тут же говорит вот такую фигню. Причем это ладно, что мы вот, например, Эрика присутствовала при этом. А неизвестно, что она вообще несет своим языком, сидя дома. Нас, там не же плачь. Неизвестно, что она может наговорить. Она может сказать. Что тебя задело, скажи? То, что она никак не сожалеет. Что она не сожалеет и не извиняется за это. Во-первых, она сказала, что якобы Саша видел, понимаешь, солнце. Это она всю страну, она говорит, что Саша видел. Все люди думают, которые, понимаешь, даже самая мама. Что никто не знает, никто там нет камер никаких. И что как будто бы все люди будут думать, что это действительно так, что Саша как будто бы видел. Ну все, она же сегодня сказала, что она не видит. Говорит, что она не видела. Она говорит это и... Она говорит, она не сожалеет. Она говорит, я извинюсь вот перед Сашей. Бесит. Блин, вот я не хотел как бы поднимать. Ну ладно, чего, что. Придется сейчас все сказать на не умном надо месте. Не надо сейчас ничего говорить. Почему? Надо? Потому что есть сынок, Саш. Надь, ну тебя подставляют, а близкий человек, который сидит с ними вместе, пьет чай, кофе. Кто меня подставляет? Ты куда собираешься, во-первых? Налобная? Саш, не надо говорить о тех тем, я тебя прошу. Нет, ты... Пусть лучше я так буду выглядеть, чем ты. Просто пойми, есть пара, Саш. Такие темы не надо. Ну подняла ты эту тему не ты. И что? Подняла ты эту тему Диана. Саш, я считаю, не надо говорить. Если ты считаешь, что мне подумай о Сэнике, я тебя очень прошу. Я тебе не могу, знаешь, приказать, но я тебя очень прошу. Сплетни, они просто так не рождаются. Сплетни, конечно, откуда-то идут, понимаешь? Ну. Откуда-то идут. Ну, откуда они идут? Откуда могут идти сплетни? Откуда могут идти сплетни от этой семьи? Вот мне очень хочется знать, откуда идут сплетни. Нет, ты мне сейчас говоришь, а мне сказали, Надя, что якобы Саша видел своими глазами, как я сплю с Дианой, и ты мне еще сейчас высказываешь какие-то претензии. Я тебе не по этому поводу говорю. Я тебе говорю, что мне кажется, тут еще много кто еще замешан, блин, из-за этих сплетен. Мне не хотелось бы знать. Ну кто замешан? Саша Габузов говорит, что он ничего не говорил. Ну Габузова, значит, надо, с Габузова надо, значит, спрашивать, что он. Конечно. Ты у них был? Кого? У них был? Мы курились, мы с пацанами разговаривали просто. Габузов говорил, что он вообще таких деталей вообще не говорил. Детали, опять слово детали. Ну детали вообще, то, что он вообще не трогал никогда в жизни, он не говорил о том, что там, не то, что видел, а вообще в принципе. Что касается между тобой и Сэнком. Он испугался. Да, он испугался, он занюхался. Может быть, он и не говорил ей, что Настя там спала с Дианой. Может быть, он этого не говорил. Не, вот мне очень хотелось докопаться. Ну вот что мне, как у меня, Надя, что я? Вот я сейчас вот у тебя фан на лицо. Как тебя, вот мне, вот сейчас, извини, на тебя это клевета. Я тебе еще говорю, это статья. Она стоит и говорит, я извинюсь перед Сашей. Но ты даже не извиняется вообще. Она говорит, это мое мнение. Но даже она говорит это, понимаешь? Она об этом говорила, это что Саша мнение ведет своими глазами. На все мнение, она наклеветала, на всю страну она сказала. Настя, мнение это когда вот, я считаю, что ты дебил и ты дурак. Ну, это она мнение. Сказала, а что когда я говорят, но... это, понимаешь, фактически уже говорят, не говорят это, что видели. Слухи.
Извини, а это клевета. Вас так много. Солнышко, скажи, пожалуйста, вот и я тоже произношу тебя как солнышко теперь. Что у вас случилось сегодня? Спасибо, Рустам. Сейчас я все вам расскажу вкратце. Значит, сегодня у нас произошел некий инцидент, который закончится, видимо, дракой. Драки, к счастью, еще не состоялось, потому что драка у нас будет по правилам, в перчатках. И вы не поверите, кто сегодня, или не сегодня, а в ближайшем будущем будет драться. Будет драться Настя Дашко со своей обидчицей в лице. Это Нади Ермаковой. Наденька, ну мы так и знали. Себе. Да. Солнце, в чем причина, скажи, пожалуйста? Я думаю, да, надо передать слово Насте, потому что она в больших красках расскажет, что именно сказала Надя. Алло, алло. Да, слышите да, меня? Настя, мы слышим. Все, ребята, всем привет. В общем, произошел у нас следующий конфликт. Даже вот, честно говоря, я в растерянности и не знаю, как себя вести и что делать правильно. Пришла Эрика, значит, и так вот, то есть она даже не хотела говорить, как-то не придавая на этому значению, и рассказывает следующие вещи, что вчера на тет-а-тете, где присутствовала ты, Надя, и Эрика, значит, ты задал вопрос, почему Саша не будет с Дианой, на что Надя ответила, значит, ну, я говорить не буду, есть, ты сказал, значит, там что-то про здоровье, и, значит, Надя говорит, нет, не поэтому, причина не в этом, причина в другом, я не буду говорить, и затем она говорит, ну, если вы хотите, я могу сказать, значит, что у меня с Дианой были лесбийские отношения, и что Саша своими глазами это видел, и что он был в шоке, потому что он думал, что все это слухи. Вот, на что, значит, мы стали спрашивать у Нади, и Надя говорит, я такого не говорила. Наши организаторы, за что им огромное спасибо, предоставили мне такую возможность, и я посмотрела вчерашний тет-а-тет, где Надя действительно говорит, что Саша своими глазами видел, как у нас происходит интимные отношения с Дианой. Надя говорит, что нет, она этого не говорила. Я показываю ей этот сюжет. Она, значит, одевает наушники и говорит, нет, значит, тут все по-другому. Одевает еще раз, значит. Ну и, в общем-то, происходит то, что действительно то, что говорила Эрика, правда. И все это увидели, и мы увидели, и ребята, и, в общем, в общем-то, потом Надя говорит на все это, Саша мне такого не говорил, Саша говорит, что он такого не видел, и Надя говорит, что это мое личное мнение. То есть на всю страну она говорит, что есть тому доказательства, и что Саша это видел, а потом говорит, что нет, значит, это мое личное мнение. Вот, в общем-то, я не знаю, как себя повести. Я, с одной стороны, понимаю, что драка ничего не решит, что как-то надо решать это другим вопросом. Настенька, я тебе хочу сказать следующее. Просто я давал слово человеку не поднимать эту тему. Но так как эта тема уже поднялась, изначально эта информация пошла с того, что Диана мне сказала, что ты встречаешься с Кариной. Я тебе божусь, я тебе клянусь своей родной матерью, здоровьем и так далее и тому подобное. Я думаю, что это достаточно доказательств. Я не хотел. У тебя были такие слова, что ты, у тебя были такие слова Диане или Наде, что нет, ты видел собственными глазами, я говорил, что я с кем-то сплю. Я не говорил ни Наде, ни кому, что я видел, как ты спала с Дианой. Таких слов я не говорил. И более того, Карины, с Дианой, ты видел это? Я не говорил эти, не говорил эти слова. Настя, я эти слова не, я тебе говорю то, что мне сказала Диана, что ты встречаешься с Кариной. Меня интересует, вот. Я сейчас подойду к Диане, сейчас мы будем разговаривать. Вот. И меня интересует вопрос, я ты говорил Наде, ты я говорил тебе... Наде о том, что я спала с Дианой, ты Настя, видел это своими глазами. Я тебе 10 раз сказал сегодня, что я этого не говорил, что я видел, Надя, как ты спала с потолка. С Диана, с Дианой. Ты говорила такие вещи? Я таких вещей не говорила, Саша. Сейчас ты врешь. Ребята, Андрей что-то врет. Да, у нас есть. Вот сейчас, мне кажется, должна высказаться Надя, потому что все понятно. Саша там поднимает какую-то следующую тему, но Настина претензия обоснована. Она говорит о словах, сказанных Надей вчера. И эти слова ничем не подкрепляются. Ни Сашей. То, что ты сейчас поднял эту тему, ты лишний раз унизил Настю там и зачем там, я не знаю, наклеветал или что-то сделал по поводу Дианы. Но вопрос сейчас в Наде, в Надежде. А потом мы будем разбираться со второй темой. Большое спасибо, ребята, город. Сейчас мы послушаем Надю и всех. Конечно, наконец-то я думаю, что надо послушать Надю, у которой тоже есть что сказать. Почему она не хочет извиняться перед Настей?
Я скажу так, люди, извиняются тогда, когда человек говорит либо неправду, либо не имеет доказательств. Это ни то, ни другое. Из уважения к Сэмику, Насте, уважения к вашей паре, я не буду говорить, какие у меня доказательства. Извиняюсь, я могу извиниться только за то, подожди, Настя, да, что я договорила. Что Саша видел своими глазами. Ты, во-первых, не ори, пила меня, Тихо. Можно мне продолжить, Русь? Да, можно. Надя, продолжай. Я скажу так, я не буду извиняться за это. Если вы эту тему поднимаете, я, Настя, когда сказала, что не говорил это, я говорила только по той причине, что не хотела поднимать тему. Хочешь, пожалуйста? Ты не хотела поднимать тему. Ты на лон, ты сидишь и говоришь. Саша, видел, какая разница? Это на всю страну. Хорошо, слышишь. Ты не Саша видел твоими глазами, что есть доказательства. Давай, говори, какие есть доказательства. Мне Саша сказал, когда он был у Дианы, что он собственными глазами видел, как ты занималась сексом с Кариной в туалете. Как ты очень испугалась, когда он видел, что Саша... Саша, ты говорил такого или нет? Нет, я не говорил такого. Когда мы с Надей общались вне периметра, до этого, вот, и мы с Надей угорали со всего, и я Наде сказал, что мы когда были у вас дома, я говорю, мне так неприятно было, стыдно, я говорю, случайно в ванну зашел, я говорю, и увидел тебя с Кариной там просто раздетыми. Это было мне... Меня вот... раздетую с Кариной? Да. Когда я был... раздетую с Кариной? Ваня, не чтобы занимались там сексом. Такого я не говорил. Я просто увидел, случайно зашел. Дверь была закрыта. Открыта. Нет, у вас было такое, что Карина была в душе, и я одевалась, и я была раздета. Но что да, вместе вот... даже стояли, такого не было. Я тебе про ты это видел говорю. Настю Дашко голую до пола? Диана мне сказала, сука, что Настя Саша, встречается с Кариной. Саша, ты не говорил Кариной такого сейчас Наде, что? Ты что не говорил Наде? Что вы занимались сексом? Поняла? Ясно! И не было такого никогда! Поняла! С кем-то занимался! Виталик, бедный, там секьюрити. Отпусти меня! Отпусти меня, Виталик! Настя, подожди. Я тебя попрошу, знаешь, что? Разберись со своей подругой, я которая говорит... Я разберусь со своей подругой, пока разберусь с ней! Ты сказала, что он есть кому кривые доказательства, что я занималась! Саша, ребята, я обращаюсь к вам с поляны, успокойтесь сейчас. Ребята, тихо, тихо, секунду. Степа. Я занималась сексом с Кариной, это видел Саша, ты сейчас это сказала. Настя, не буду разговаривать. Настя, ты сейчас это сказала. Подожди, дайте мне теперь сказать. Ты сейчас это сказала. Сейчас все начнут напрыгивать друг на друга. Саша, ребята, ребята. Что он зашел в душ и видел, как я занималась с Кариной сексом. Вы слышали это или нет? Настя, все слышали. Все высказались, а теперь я скажу одну вещь. Саша, я к тебе подошел как человек к человеку и спросил, были слова, причина в чем была? А Надя, твоя любимая женщина, утверждает, что именно от тебя пошел этот слух. Ты сказал, ничего подобного я не говорил. Были такие слова? Да. Сейчас ты говоришь, что ты говорил Наде, что, ну, это касалось Дианы. Сейчас ты говоришь, что ты говорил Наде, но по поводу Карины. Я говорил Наде, я не говорил, что я видел, как Настя спала с Дианой. Я от своих слов не отказываюсь. Слушай, таких вещей я не говорил. Ты сказал, все, что вот, вообще, что касается Дианы и Насти, ты вообще эту тему не говорил. Слушай, Наде. Ты сейчас слышал все, что я сказал? Слушай, я сейчас прекрасно слышу, я тебе еще раз говорю. Вот это я и сказал. Вопросы, ребята. Вот почему именно Надя такую сидит вещь сейчас я сказал. И говорит о том, и что это... ты ей сказал, что ты видел своими глазами, как я сплю с Кариной. Что ты меня спрашиваешь? Я тебя спрашиваю, Саша, я спрашиваю. Можно я поговорю? Подожди. Надя сказала, Надя, скажи, пожалуйста, тебе Саша сказал, что он видел, как Настя занимается сексом с Кариной? Мне он сказал так, ребят, я пришел к Диане, мы с ней посидели в комнате, мы выпили, я захожу в ванну, мне надо было в туалет, и вижу обнаженную Настю, ласкающую Карину. Я тебе говорил, ласкающую Карину. Ну, ласкающую, видишь? Место ласкало, секунду. Я сказал, что вы видите? Не трогай его, блин. Тебе... Серьезно?
Важно то, что ты говоришь! Она говорит, твоя женщина говорит, что ты так сказал! Все, сядь, успокойся. Саш. Я сказал уже до этого, что я сказал. Саш, теперь твоя женщина сидит сейчас и говорит, что она, что ты так сказал. И что ты видел своими глазами. Настя, не мешай меня разбирать, ладно? Ты сейчас отвлекаешь вообще. Еще раз, я тебе еще раз говорю. Смотри, мои слова конкретные какие были, что я зашел случайно в ванну, которая открыта была, и увидел там Настю с Кариной голых. Ласкаю как? Нет, Настя, не ласкающихся, почему не делающих. Я не знаю, Сашу. Закрыли тему? Нет, не закрыли. Закроем тему так, тогда, нет, когда Надя, я это скажу. Мы не будем закрывать тихо, эту тему. Тихо, сейчас, тихо! Успокойся! Я леща сейчас дам, успокойся. Вы сейчас затронули честь моей девушки. Если Настя сейчас в истерике это все высказывает, я вам нормально сейчас разговариваю. Определись между собой. Это так, то, что я вы сейчас говорите, или нет? Или иначе вы обои от меня сейчас отхлопочете. Вы клевещете на мою девушку. Говорить, я еще раз говорю. Вы и ты в том числе отхлопочешь. Я ничего не отхлачу. Ты не отхлопочешь? Нет. Я тебе еще раз говорю. Я своей подругой. Я тебе говорил вещи. Я тебе сказал. Я тебе говорил, ты говорил мне или нет? Никаких сексов, я ничего, что я видел, что Настя спала с Дианой или еще с кем-то, я не говорил. Почему я... твоя любимая женщина говорит, что ты сказал именно эти слова? Да, сейчас я верю, сюда. Что ты сказал ты все-таки. Правду. Ты мне говорил, ты не говорил. Что мы потом с тобой поговорим. Ребята, ребята городские, спасибо вам большое, ребята. У нас есть люди, которые хотят что-то сказать. Я хочу сказать следующее. Дело в том, что сейчас Саша не клевещет. Это не, он не придумал сейчас. Я могу сказать, что у нас был с ним разговор без микрофонов совсем недавно. И он мне рассказал то же самое, что он рассказал вам сейчас. Саша говорит правду. Он спасибо. Не придумывает и не клевещет. Получается, сейчас берет Диана. Диана. Пару дней назад действительно поднимался такой разговор. И мы с Черкасом, когда сидели на кухне, он говорит, я кое-что знаю, я хочу тебе кое-что рассказать. Я говорю, Андрюша, ты это знаешь? Он такой смотрит на меня и говорит, а ты это откуда знаешь? Я говорю, ну дело в том, что до меня это доходит немного быстрее, чем до тебя. И действительно, дело в том, что, Настенька, как я к тебе хорошо не относился, но вот этот человек, который сидит рядом с тобой, то есть Диана Ботова, она действительно говорила такие слова Саше, и я об этом знал очень давно. А подожди, Гена, а ты откуда знаешь? Это от Саши ты это знаешь? Гена, вопрос к тебе. Гена, ты знаешь это тоже от Саши Габозова, который рассказал и или тебе, ты присутствовал при этом разговоре? Или ты присутствовал? При этом разговоре один раз состоялся разговор между мной и Дианой. И Диана от этого не отрицала. Я спрашивал, а что там творится? Как Карина поживает? Как то? Она, смеясь, говорила мне многие слова, которые я не буду сейчас озвучивать вслух. Смотри, Настя, я тебе скажу, вот честно, знаешь, не на лобно, не на общее. Мне Саша сказал так, я захожу в ванну и вижу Настю вместе с Кариной в обнимку. Но он сейчас говорит, он говорит, Надь, ты меня не так поняла. Я просто, понимаешь, я не хочу его выставлять крайне молодым человеком. То есть вот мне он вот так сказал. В этой ситуации виноват только Габозов. Вот и все. Это мой молодой человек, все равно я его буду защищать. Я понимаю, но очень хорошо, значит, что у нас с тобой ничего не произошло, но у Габузова я попрошу Сэмику, чтобы он с ними разобрался и сама ему еще даю. Балабол, скажи мне! Нормально относишься, ты балабол! Сейчас, нет, ты понимаешь? Надя, он сказал, что убить!
Хорошо поговорили. Да чего? Диана тоже чего? Сейчас, пожалуйста. Слушай, ты пойдем домой. Пойдем домой. Что ты делаешь? Слава, ну слава. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Сынок, только пойдем домой, а? Пошли домой. Пойдем домой. Ну что ты-то распереживалась-то так? Да, ни хрена себе, нормально все, Саша, конечно, блин. Да, в общем, меня это не касается, потому что Диана всегда выходит сухой из воды, всегда все нормально. Диана всегда ни при чем получается. Ну и тебе-то что? Да ничего, потому что меня это тоже касается. Ты мой молодой человек, это наша пара, Саш, блин. Надь, ну так, ну подожди, стой. В обычной жизни бывает, люди там, соседи, подруги ругались, поссорились, подрались. Да все нормально, что ты, успокойся. Господи. Иди сюда, мой дорогой, иди сюда, мальчик. Мой любимый. Защитник мой. Я попросила организаторов завтра привести человека с детектором лжи. Пусть они проверят меня, и также пусть они проверят мне. Потому что для меня это важно. Хорошо. Ты утверждаешь со 100% уверенностью, я готова пройти такую процедуру. Ну, хорошо. Вот. И пусть они проверят Сашу. Говорил ли он тебе такие вещи, что он видел своими глазами. Если вдруг детектор покажет, что у меня не было с Дианой никакого секса, а Саша действительно говорил о том, что он видел своими глазами, что у меня был секс с Кариной, это значит о том, что я попрошу Сэмика, чтобы он набил лицо Саше. Если вдруг, как ты говоришь, если у нас свобода слова, если вдруг завтра наконец-то покажет, что у меня нормальная ориентация, что у меня не было с Дианой никакого секса, я имею право высказывать все, что я знаю. Да, я буду поливать тебя грязью так, как я захочу. Да, ради Бога. И буду здороваться с тобой. Слова, буду здороваться с тобой как угодно. Одно дело это свобода слова, а другое дело, когда говорится 100% уверенностью. Да, я не утверждаю, это мое мнение. Ты сказала ей так. Да, Диана не тот человек, с которым бы мне хотелось. Но твое мнение тоже должно на что-то аргументироваться. Да, я просто не хочу поднимать те факты, на которые... Я знаю, на что аргументируется твой факт. Я буду сама разговаривать с этим человеком, который не относится к этому проекту никак. Я не раз слышала эти слухи. Какой человек? Ну, тебе же, у тебя же откуда-то эти вещи? Ну, ты откуда вообще-то взяла? Ну, я не хочу поднимать эти темы. Саша так сказала Диана. Что, она со мной спала? Нет, не про тебя. Вообще, много-много вещей, которые сегодня не поднимались вообще на эфир. Немногие. Ты поговорил с Дианой, с какого-то... Если это твоя лучшая подруга, что же она такие вещи говорит, Саша? Ну, я не верю то, что она такого не говорила. А с чего он возьмет? С чего он возьмет? Вот завтра мы проверим. А, ну тогда возьми Диану. А с чего ты решила, что у меня с Дианой был секс? Ну, у меня есть такая информация. Ну, откуда у тебя есть такая информация? Ну, мне не хочется говорить. Об этом все старики говорят и все занимаются. Ну, откуда у тебя есть такая информация? Это не только моя информация. Ну, вот если это не только твоя информация, но ты же об этом говоришь. Да, я говорю. Вот пусть завтра проверят, у меня был у меня с Дианой секс. Поэтому завтра не уходите никуда. Приедут люди. Значит, зовут меня Устюжанин Роман Эдуардович. Посмотрите про меня в интернете, там много про меня пишут. Именно в этом контексте. Вот. Я этим занимаюсь крайне долго, уже забыл, когда начинал. Блокачусь. Значит, меня сюда пригласили для того, чтобы выяснить, правда ли то, что вы... Вернее, правда ли... Правда, кто врет, кто... Да. Взаимные упреки, да. Значит, регламент следующий. Сейчас я буду вызывать каждого в отдельности на сепаративную беседу с собой. Ну вот, мы будем с вами беседовать. После этого я могу протестировать сразу. Может быть, нет, не знаю. С ним поговорю сначала, все запишу, выясню ситуацию досконально, и после этого начнем работать. Хорошо? Да. Убьет. Иначе дыхание. Не сильно тянет? Не, нормально. Нормально? Нормально. Так, руку сюда. В процессе беседы на вопрос отвечаете «да» или «нет». Ноги не перекрещивайте. Держите, как они у вас сейчас есть. Угу. Пальцы. Давай. Система очень хорошая. Разработана академика Варламова. Да я надеюсь, что все будет правда именно. Куда оно денется? Никуда оно не денется. Папа, мама у тебя Стин, да? Папа Стин, мама русская. Мама русская. Понятно. Мама по-стински понимает? Нет. По-грузински? Нет. Сейчас по-русски разговаривает. Да. С моей стороны стены. Угу. Значит, есть что-либо, значит, в плане интимных отношений, что вы хотели бы от нас скрыть? Моих интимных отношений? Да. На данной передаче? Нет.
Вы изменяли Наде? Да. Надя об этом знает? Да. А знает все про ваши измены? Нет. Нет. Есть что-либо в отношении ваших измен, что вы скрываете от Нади? Да. Напротив вас висят картины? Да. Вы служили в ВДВ? Да. Были случаи, что вы видели, как Настя и Карина занимаются сексом? Нет. Вы не видели этого ни разу? Нет. Ну, то есть не видел ни разу. Вы никогда никому не говорили, что Настя и Карина занимаются сексом? Нет, никогда. Что вы видели, что они занимаются сексом? Я это имею в виду. Ну да, никогда. Да-да-да, мы с вами друг друга правильно поняли. Отлично. Саша сказал, что он не видел. Саша сказал, я не говорил. Потом он сказал, я видел вас голыми в душе, хотя это неправда, он не видел нас голыми в душе. Надя утверждает, что 100% уверена, что у меня секс с Диана, это тоже неправда. И что мне тут молчать не надо? Нет, ты видишь, они ты понимаешь, сам, что, например, они еще все могут говорить все, что угодно. Ты точно так же можешь сказать, Саша, я видела, как ты занимаешься сексом. А зачем мне это надо? Это понятно, но я тебе говорю, что так могут говорить вообще. Да, и ничего не докажешь, и ничего не докажешь. И так, почему, верить зачем тому, доказывать? Кто-то видел. Но мне не надо, вот я не собираюсь их там говорить, что я что-то видела, я не собираюсь их обтирать, обзывать. Мне важно, чтобы первый день, когда покажут эту серию, когда будут говорить, мы думали, что все это слухи, а Саша видел собственными глазами, как я с Дианой занималась, и я должна здесь промолчать. Значит, заходя в ванну, вы видели лишь только Настю в голом виде? Да. И Карину за шторкой? Да. Это все, что вы видели? Да. Сейчас вы отвечаете правдиво? Да. У вас были интимные отношения с Настей? Нет. Могу ли я говорить о том, что вы являетесь инициатором или, так сказать, распускателем сплетен? Сплетен? Да. Нет. Слухов? Нет. Слухов, да. Вы передавали кому-то эти данные, не да, чтобы обидеть, да. И без всякой задней мысли, а да. Просто общались. Да. Я понял. То есть не было подоплеки и интриги? Нет, не было. Как вы считаете, во всей этой ситуации кто не прав больше всех? Диана. Диана. Чем она не права? Тем, что она мне сказала, что Настя встречается с Кариной, а сейчас она обманывает и говорит, что не говорила такого. Угу. В отношении этих сплетен и Дианы вы не пытаетесь меня обмануть? Нет. Вы не пытаетесь Диану оговорить? Нет. Вам Диана конкретно сказала, что Настя и Карина встречаются? Да. Трос, ты отвечаешь на вопросы. Ну вот, значит. Та-т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 а. Ты вступала здесь, на программе, с кем-то из мужчин в интимные отношения? Конечно. Конечно, конечно. Значит, насколько я понимаю, сейчас у вас, сказать, это происходит с Сэмом. Да. Я понял. Хорошо. Сэм знает о всех твоих похождениях интимных? Безусловно. И говорим да или нет? Да. Это вопрос конкретный, да. Понимаешь? Ну вот, безусловно. Значит, есть некие интимные отношения, которые ты хотел бы скрыть от Сэма? Нет. На текущий момент времени ты не морочишь Сэму голову? Иногда бывает, да. На текущий момент времени ты изменяешь Сэму? Нет. С момента вашего общения с Сэмом ты ему изменяла? Нет. Это правдивый ответ? Да. Скажи такую вещь, как ты считаешь, на этом проекте есть лесбиянки? Да. Ты можешь назвать, кто на этом проекте лесбиянки? Нет, я не буду называть. Ты не будешь называть, хорошо. Ты сейчас для себя допускаешь лесбийские отношения? Затрудняюсь ответить. Ты могла бы попробовать лесбийские отношения просто из интереса? Если бы мой молодой человек был бы не против, то, возможно, да. У тебя есть сестра? Нету. Нету сестры. Хорошо. Были случаи, что ты гладила чужую женскую грудь? Нет. Спокойно отвечай. Есть не театр? Да, нет, спокойно. Ладно? Нет. Нет? Великолепно. Хорошо. Были случаи, что ты рукой своей прикасалась к интимным органам женщины? Нет. Были случаи, что у Карины были попытки тебя ласкать? Не хочу отвечать на этот вопрос. Не хочу отвечать на этот вопрос. Это касается ее личной жизни. Хорошо, хорошо. В жизни были случаи, что тебя обманывали? Да. Ты от этого страдала? Да. Дальше вопрос есть.
в отношении лесбийских отношений или лесбийского опыта. Ты мне говоришь правду? Да. Этого не было ни разу? Я хочу, чтобы вы мне задавали вопросы конкретно моих подруг. Были ли у меня с ними отношения? Это же ответ. Уже ближе к телу. Ну вот, значит, хорошо. Есть опросы, на которые ты сейчас будешь скрывать ответы? Может быть. Может быть. Хорошо. Есть опрос, который я тебе задал, и на который ты солгала, отвечая? Может быть. Может быть. Хорошо. В отношении твоих лесбийских контактов ты ответила на что-нибудь лживо? Может быть. Может быть. Хорошо. Могу ли я говорить, что ты вступала в лесбийские контакты, в контакты, у меня уже язык заплетается с вами, в лесбийские контакты не из-за того, что ты, тебя тянула женщина, а просто тебя тянуло что-то необычное и не более чем? Не знаю. Не знаю. Может быть. Может быть. Не знаю. Хорошо. Хорошо. А вот ты, если брать, допустим, эти контакты, ты допускаешь для себя роль мужчины или женщины? Я женщина. Только женщина. Понятно. Хорошо. Были случаи, что ты прикасалась к Карине, к обнаженной? Ну, может быть. Может быть. Хорошо. Были случаи, что вы с Кариной друг друга ласкали? Нет. Были случаи, что у тебя были систематические интимные отношения с Кариной? Нет. А что у вас было с Кариной? Я не знаю, как ответить. Вы же говорите, что можно ответить да или нет. Вот сейчас я прошу ответить развернуто. Вот расскажи мне, что у тебя было с Кариной. Ну вот. А то я могу стоять кривые и истолковать превратно. Ну вот. Ну, у меня было с ней ощущениями больше, чем дружба. Ну, только ощущениями. Ощущениями. А у нее с тобой? Что у нее внутри, я не знаю. Я понял. Вы с ней обсуждали эти ощущения? Да. Хорошо. Ты ощущала на себе прикосновение рук Карины? Нет. Ну, может быть, она трогала меня за руку. Хорошо. Карина прикасалась к твоей груди? Не помню. Нет, скорее нет. Она тебя гладила ниже пояса? Нет. Сейчас ты не пытаешься не врать? Не знаю. Зайчик. Не знаю. Не знаю, понятно. Ну, может быть, какие-то вопросы, может быть, я не вспоминаю. Хорошо, хорошо. Спокойненько, туда, в сторону стены. Хорошо. Молодец. Собчак с каждым годом как швейцарский сыр, грюер. Не вонючая, вкуснее. Хорошо, что не как Рокфор. Спасибо, дорогой. Ну, у нас многие наши участники тоже с годами становятся все опытнее и мудрее. И вот, наконец-таки, насколько я знаю, Надя Ермакова, которая так долго отказывалась и сопротивлялась, все-таки решила вместе с Сашей Габозовым пройти испытание на детекторе лжи. Более того, Настя, наша дорогая Дашко, тоже в этом во всем участвовала. Давайте спросим у города, который сегодня с нами на прямой связи, как же это все было. Ребят, пожалуйста, очень хочется узнать, Надя и Настя, какие результаты? Привет, Ксюша. Мы сначала вам расскажем некую предысторию. Да. Дело в том, что начала это все Настя Дашко, насколько я понимаю, да, и ей не нравится обвинение Саши Габозова и Нади Ермаковой, и вот она решила таким способом проверить, кто в этой ситуации лжет, а кто прав. Давайте дадим слово Насте. Ксюша, привет! Здравствуйте все ребята! Привет! Вот, в общем-то, ну, ребята знают вчерашний конфликт. Дело в том, что вот вчера у нас был жутчайший конфликт с дракой, со всеми последствиями. Что конкретно мне не нравится, мои претензии, что на тет-а-тете Надя сказала о том, что Саша видел собственными глазами, как я занимаюсь сексом с Дианой Ботовой.
А также потом Надя сказала... Так, Настя, ты тогда скажи, а что все-таки показал детектор лжи? Был у тебя секс с Дианой Ботовой? У нас был детектор лжи, к сожалению, мы не успели до лобного места, потому что вопросов очень много, и у нас много людей, кто в этом примешан. Мы будем продолжать дальше процедуру, и ну, можем с другой стороны, Настя, согласись, вот я, например, лично своими глазами не видела и не слышала, и тоже вижу только слухи, но даже не будучи каким-то профессиональным психологом, я очень четко вижу одну вещь. Эта тема для тебя очень болезненная, очень ты неадекватно, мое мнение личное, на нее реагируешь. Обычно у людей происходит на то, что их задевает за живое и то, что реально имеет отношение к правде. И если бы эти все слухи были действительно на пустом месте, мне кажется, ты бы так не реагировала. Я могу так сказать, Ксюша, когда... Возможно, если бы мне задавали эти вопросы и тет-а-теты происходили бы месяц, два, три, возможно, я бы улыбалась. Ну, а ты задумайся, Настя, почему именно вокруг тебя ходят такие слухи, а не вокруг там Нади Скороходовой или еще каких-то девочек? Почему именно вокруг тебя? Ну, вот? Может быть, потому что у меня очень много подруг, и я очень честно с ними общаюсь, они могут остаться у меня ночевать. Я могу сказать, что действительно, когда это происходит месяц, два, три, я могу улыбаться, но когда это продолжается долгое время, у меня возникает именно такая реакция. И, в принципе, сейчас я нормально отношусь к таким слухам, я нормально на них могу реагировать, но когда люди говорят, что видели и на 100% уверены, и когда я захожу к Наде и спрашиваю: Надя, ты уверена на 100%? И она говорит: у нас свобода слова. Я согласна, что у нас свобода слова, и я не требую, чтобы Надя ко мне как-то хорошо относилась. Настя, я тебе могу сказать так, вот я, например, ты знаешь, отношусь к себе очень хорошо, и я ничего не видела ни своими глазами, не чужими. Но вот я просто по твоим реакциям могу тебе сказать, тоже уверена на 100%, что секс с девушкой у тебя был. Может быть, это было один раз, может быть, два, там, знаешь, свечку никто не держал. Но я в этом вот абсолютно на интуитивных ощущениях, у меня нет никаких доказательств, но я в этом абсолютно уверена. Ну, вот чтобы эти интуитивные доказательства, чтобы это... Тема наконец-то-таки закончилась, именно поэтому я позвала... Вот просто по реакциям, Миш, вот ты считаешь, что... Я считаю, что, как ты правильно подметила, если бы это человека как-то не касалось и не задевало, он бы только улыбнулся, не более того, а так неадекватно не реагировал. Честно, вот твое мнение, лично твое, без доказательств, вот что ты чувствуешь, вот глядя на эту ситуацию? Сегодня говорили на эту тему с ребятами, и я повторял твои слова, что человек или просто отмахивается, звонит тебя в баню. Там дурак же, больной, что ли, знаешь. Или улыбнулся, как ты говоришь. Слушай, Настюш, я вот думаю, знаешь что? Ты такая красотка, что секс с женщиной какой-нибудь красивой тебе бы никогда не повредил. Вот я тоже так, да, считаю. Да, это вообще, это знаешь, как в достоинство мне тебе. Мне кажется, Настя просто о маме очень беспокоится. И это правильно, и это, да, нормально в данной ситуации. Ну, а если там что-то и было, то это, я думаю, что это было все красиво и совершенно... эстетично. Ксюш, я могу сказать одно, на самом деле столько претензий-то было вот к Наде, да, там ко мне. Да, Надя, она немножко, она переврала фразы, сказала неправильные вещи, за что она как бы передо мной извинилась. Вот, я думаю, перед Настей тоже извиниться. Вот, но... Это вряд ли, судя по лицу Нади Габузовой, я думаю, она вряд ли извинится. Просто дело в том, что я не говорил таких вещей, что я видел Настю, занимающуюся сексом с кем-то. Я говорил абсолютно другие вещи. Ну, именно так было на ТТ. Когда говорила Надя. Настя, можно я договорю? Вот, я сказал то, что... Я сказал слова Дианы Ботовой, которая мне сказала, что Настя встречается с Кариной. И почему еще был такой очень важный момент, когда Диана мне сказала: а ты думаешь, почему мы с Кариной ссоримся? Потому что она ревнует меня к Насте. Настя, прокомментируй эту ситуацию по поводу твоей подруги Дианы. Я верю на 100% Диане, но... Ей не доверяет Сэмик, именно поэтому мы будем проходить детектор лжи в пятером. А как так, что Саша и Гена говорят одними же фразами, ну, понимаешь, что Диана им Диана это рассказывала? Диана это утверждает тем, что Гена к ней плохо относится, он на нее наговаривает, и она говорит: и как я могу это доказать, это было без камер. Саша утверждает одно, я утверждаю другое. Можно? Ну что ж, я думаю, что действительно все мы узнаем после того, как ребята уже пройдут детектор лжи, поэтому мы будем ждать, конечно же, результаты. Результаты я уже узнаю сегодня, а завтра мы обязательно об этом поговорим и разберем. И вот тогда я Надежде покажу Кузькину мать. Я сама ей реально морду набью за то, что вчера Сэмик тебя ударил. Потому что она как змея подколодная, пригрела Настя себе человека, помогала ей. Ходить конкретно.
Значит, итак, отношения лесбийские были или нет? Я ничего не видел, это точно я могу сказать. Проверку на детекторе лжи уже прошли Саша Габозов и Анастасия Дашко. Но чтобы до конца во всем разобраться, психолог Роман продолжает свои исследования. Сейчас на улице зима? Да. Угу. Ты выступала с кем-то в лесбийские отношения? У меня были такие, да. Да, были такие. Один раз, правда, но было. Один раз, но да. Было. Хорошо. Один раз, но было. Как ты считаешь, на этом проекте есть девушки, которые являются, скажем так, лесбийской ориентацией? Я думаю, что есть. Хорошо. Сейчас в этом здании есть девушки, которые, так сказать, имеют отношение к лесбийской ориентации? Да, нет. Ну, как я, наверное, есть. Ты есть, еще кто-то есть? Все. Это правда? Правда. Правда? Правда. Я же не могу за других говорить, я же за себя так могу говорить. Ну, хорошо, хорошо. Далее вопрос есть. Напротив тебя, с тебя стена серая? Да. Тебе нравится черный цвет? Нравится. Хорошо. Здесь, на этой передаче, ты с кем-то вступал в отношения? Ну, в какие? В лесбийские? Нет. Нет. Это правдивый ответ? Да. Но ты гипотетически для себя рассматривал такие отношения? Нет. Ни в мыслях нигде? Нет. Ни в мыслях нигде. Хорошо. А ты чувствовал к себе внимание кого-то из девочек лесбийской? Нет. Никто из девочек тебе не проявлял лесбийского внимания? Нет. Нет. Хорошо. Дальше. Ты когда-нибудь видела своими глазами, что кто-то из девочек вступал в лесбийский контакт? Нет. Здесь? Нет. Нет. Хорошо. Значит, далее вопрос есть. Ты говорила Саше о Насте? Саше нет. Смотря в каком контексте. У нас была такая ситуация. Давай так, я сейчас тебе скажу ситуацию, ты мне скажешь, ладно? Да. Ситуация была следующая. Значит, Саша выбежал из ванной, к тебе подбежал, говорит, нифига себе, ничего себе, там типа... Это самое, Настя голая, и Карина моется в ванной. А ничего, это? Наверное, так это было. Ну вот, ты говоришь, и ты говоришь, что ты говоришь? Ой, вообще, ну я ему говорю. Что говорю? Давай скажи так. Скорее всего, ты даже и не помнишь, что ты ему там сказала особо. Да, честно, не помню, но я помню, честно, что вот я так, перевела, да. Это молодец. Все, как сказать, не то, что в шутку я сказала, но моются и моются. Девочки, девочки, что такого? Хорошо, все. Хорошо. А то, что он меня с этим вопросом донимал долгое время, как он услышал там где-то информацию, что они там якобы встречаются, что там вот у Насти отношения, и он меня все время спрашивал. Я говорю, как бы, Саша, говорю, тебе, говорю, вообще какая разница? Я говорю, зачем ты такие вопросы задаешь? Я говорю, я хочу, чтобы эти вопросы, которые сейчас вот ты мне говоришь и задаешь, чтобы остались между нами, чтобы ты больше никому о них не говорил. И он мне сказал, да, хорошо, я не буду об этом ни с кем разговаривать. Понятно. Хорошо, хорошо. Значит, далее теперь. Скажи такую вещь. Вот когда, сказать, Саша вышел оттуда, ну, из ванны выбежал, к тебе сел, говорить с тобой. Ты говорила Саше, что Настя лесбиянка? Нет. Я вообще не считаю Настя какой-то там... Тихо. Понятно, что никого ничего не считаешь. Смотришь в сторону, не отвечаешь на вопросы. Отвечай сейчас да или нет. Договорились? Нет. Все великолепно. Если окажется, что на самом деле она тебе говорила, я сама ей реально морду набью. Потому что вчера Сэмик тебя ударил. А он не ударил. Сэм меня не ударил. Она спровоцировала. Как всегда, я ей голос на все помню. Не надо. Тебе-то что? Ничего. Я реально, я повыдергаю все волосы. Она будет ходить и оглядываться по коридорам. Не надо. Я тебя прошу, не надо. Я тебя тоже вчера просила. Не надо, Саша, разборок. Настя, не надо. Я тоже тебя вчера просила, Саша, Надя. Помнится. Лично ты вступала с Настей в лесбийские отношения? Нет, никогда такого не было. Ты могла кому-то говорить о том, что ты с ней вступала в лесбийские отношения? Вот это вообще... Тихо. Нет. 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 Хорошо. Хорошо. Есть люди на проекте, которым ты испытываешь неприязнь? Есть. Скажи такую вещь. Если, так сказать, абстрагироваться от понятия ответственности и от понятия несения, знаешь, ответственности, да, за преступление, то есть ты можешь ее сделать, тебе не сделать, ты могла бы здесь кого-нибудь убить? Сейчас, да. Да. Вот реально. Да. А как бы ты убивала? Ты бы убила бы ножом,
Ты бы выстрелил из пистолета, ты бы отравил его. Я бы, наверное, битой залупасила. Битой залупасила? Да. Я понял. Так, ну, это жестоко. Просто я представляю, как сразу... Да нет, мы уже говорили все условия, правильно? Ломаются кости сразу, нет, так все трещит, кровища. А может просто взять это самое и в сердце? Нет, тут прямо так, чтобы мозги прям по башке черепушка раскалывалась. Ну, понятно, понятно. Хорошо, хорошо. Я могу сказать, за кому из этой компашки я больше всего не верю, да, если вам интересно мое мнение, это Диана. Это тот человек, которому я не верю, вот изначально как не верила, так не верю. Это человек, который прикидывается бедной овечкой, которая всегда всем будет дуть в жопу и говорить, что ты замечательная, пойдем, это самые опасные люди. Вот такие вот, как Диана, это самые опасные люди. Вот сейчас я это делаю. Можешь подольше? Так, нормально? Да, да, нормально. Все, уже. Ошейник какой-то. Че? Ошейник какой-то. Сбруя. Сбруя? Че, руки? Руки, руки. А у меня руки потеют всегда. Да я вижу, что потеют. А у меня часто. У меня зимой и летом. Руки ледяные, и им всегда потные. Ага. Хоть бы что внукам рассказать на старости. Да, 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 да. Все они, конечно, будут. А что это два, тут один? Такая система. Значит, смотри, это навис. Вот это должен свисать тебе. А, то есть ничего не касается. Не так совсем лежать. Вот, знаешь, так вот, чтобы раз, и вот, да, смотри, на ногу положи вот так вот, раз. А, можно, другой. Чтобы касался? Да, да, так, чтобы, знаешь, чтобы, знаешь, кровь к нему приливала. Вот так а, вот. Все, хорошо. Молода меня? Все, ага. Спасибо. А этим на столе, на столе. Да, 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 и не шевелить. Хорошо. И не шевелить. Хорошо, молодец. Ага. Были такие случаи, что ты вступала в контакт с женщиной? Нет. Угу. Были случаи, что ты вступала в интимные отношения с другими мужчинами, обманывая при этом Сашу? В момент Саши, вот, нахождения? Да. Нет. Нет. Это правдивый ответ? Да. Хорошо. Ты думала о взаимоотношениях с другими мужчинами, находясь с Сашей? Да, были мысли. Да, хорошо. Скажи такую вещь. В жизни бывает такое, что ты искажаешь факты случайно, для разговора, для красного словца? Как сказал Куравлев. Да. Ну, что, говорит, не скажешь в шутейном разговоре, начальник? Да, да, бывает. Бывает момент. Такое. Хорошо. Значит, могу ли я говорить, что вот в этой ситуации ты немножко исказила факты? А вы мне, ну, в какой конкретно? Вы мне поставьте конкретный вопрос. Тут не поставишь его. Нет, я считаю, что я точно передала по смыслу все, что мне сказали. По смыслу или фраза передала точно? Ну, просто Сашку... Как ты поняла, так и ты передала, да, правильно? Да, 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 да. Хорошо. Ты от себя ничего не добавила? Нет. Хорошо. А что ты сказала? Скажи мне такую вещь. На тет-а-тете? Да. Я сказала, что Саша не вернется к Диане, потому что у Дианы были лесбийские наклонности, и сейчас по сей день есть. Я считаю, что Диану выгнали с проекта, потому что у нее были отношения с Настей. И считаю, что у Насти нетрадиционная ориентация, то есть у нее есть лесбийские наклонности, потому что у нее есть отношения с Кариной. Окей. Все, спасибо большое, свободно. Все, что ли? Да. Так, о чем я с тобой говорить? Не знаю. Что-то совсем так долго со мной было. Ну, вот так вот, видишь, тебе хуже, всем лучше. Ну, да. Ну, давай, оп, вот здесь вот раз, все, свободно. Ребят, уважаемая Поляна, те, кто находится, да, осталось много недосказанного по ситуации Настя Дашко против Надежды Ермаковой и Александра Габозова. Я хочу спросить у тебя, Диан, ведь в принципе вся эта история началась именно с тебя. Это ты начала рассказывать ребятам о том, что Настя лесбиянка, да, о том, что. Ксюша, перед каким ребятам я о чем начала рассказывать? И я вообще эту тему никогда нигде вообще не поднимала, ни за периметром, ни в периметре. Это было, началось все это с Надей, потому что на тет-а-тете Надя заявила о том, что я. Задолго до того, как Надя разговаривала на тет-а-тете, да, ты разговаривала с Геннадием Джики. И с Александром. Гена, я хочу подожди. Тебя послушать. Что можно я скажу? Я с Геной ни разу в жизни... Ксюша, да, Ксюша, все дело в том, пусть что скажет, Бозова, как известно, она начинает выкручиваться. Потому что она понимает, что уже пятки горят. Гена, расскажи нам поподробнее, что это был за разговор. Разговор был следующий. За несколько дней до переезда Саши и Дианы сюда, и до прихода Яны, оставалось нам совсем пару дней. И в один вечер мы сидели вместе, я спрашивал, каковы твои шансы на то, чтобы остаться здесь, перед приходом Яны. Она говорит, ну, я не знаю, если что, я уступлю, но это все не то. Я говорю, а что происходит там у вас именно? Она говорит, а вот ты знаешь... У Надя, вас это у кого ты имел в виду?
Ну, я не хочу просто говорить, я не хочу повторять эти слова. Не, ну как ты не хочешь? Там, где живет Карина, ты говоришь там... все как было, либо, получается, ты врешь. Поэтому... Смотри, хорошо, хотите, как было, легко, я скажу. Ксюшенька, ты знаешь. Я спрашиваю, Диана, что у вас происходит на квартире? Как живет, где живет Карина? Она действительно живет с вами? И действительно Настя ей снимает квартиру? Или это все всего лишь разговоры? На что Диана сказала, да, действительно, Карина живет там. И не раз Настя приходила к ним в гости, и она практически оставила Сэмика одного, а сама сожительствует с Кариной. Гена, давай теперь я расскажу, как была эта ситуация. Я не хочу ковыряться в чужом белье, потому что у меня у самой есть отношения. Мне очень неприятно говорить ей слова, потому что я отношусь хорошо к Насте. Спасибо, Ген, большое. Вот у Дианы здесь другое мнение. Во-первых, Гена, ты спросил, как у вас дела? Вы все прекрасно знаете, я никогда не скрывала, что мы живем вместе с Кариной и вместе с ней снимаем квартиру. И к нам Настя приходит в гости. Был у нас такой разговор. Ты спросил, как дела у Каринки? Я говорю, хорошо. Ты спросил, как дела у Насти? Я говорю, ну тоже хорошо. Никакой там подоплеки, что Настя да, живет. Ты забыла, там... когда я улыбался и спрашивал с ухмылкой, ну что, как дела у Карины с Настей? Слушай, Гена, ну если когда сказала, ты что-то говоришь, у тебя на подсознании что... Они проводят сейчас наедине время, когда меня здесь нет. Я говорю, а ты что, не будешь жить с ними там? Ты сказал, подожди. Нет, я с ними не буду уже жить. Я буду сейчас, прихожу на проект, и у меня есть уже другие дела. Я Ген, скажи, поругалась. Пожалуйста, а как ты думаешь, зачем Диане нужно было порочить Насте? Ведь да они потому, подруги. Потому что она как змея подколодная пригрела Насте Ген, себе человека, говорит, помогала ей. Змея подколодная это ты, когда ты столько всего тебе Настя сделала, и всякую фигню про нее говоришь. А ты ей плюешь в душу, Настя. Если уже Настя, молодой человек, не верит сам Ботовой, хотя он ее пригрел то же самое, привел ее в кафе. Спасибо, Рустам. Мое мнение следующее. Я думаю, что Настя настолько умна и настолько тонкий и порой деликатный человек, что она может позволить себе все, что она хочет. И если она себе это позволяет, в добрый путь. Я не буду говорить, видел я что-то, не видел. Я ничего не видел, это точно я могу сказать. А то, что Настя все сделает правильно, я в этом не сомневаюсь. Мое мнение следующее. Все, что бы ни говорили, в любом случае, многие могут завидовать чему-то. Вот мы с Настей разговаривали, почему люди, в принципе, если слух рождается, наверняка он рождается, чтобы навредить. В любом случае, если люди не отвечают за свои слова, это явно с каким-то подтекстом. И в любом случае, пускай завидуют или еще что-то делают. Я Насте верю, и я знаю, что у нас все замечательно. А кто еще говорит, пускай говорит. Хорошо, спасибо. И в твои отношения я тоже верю. Ну что же, только детектор лжи покажет, кто прав, а кто виноват в этой ситуации. Спасибо всем большое. Спасибо. Значит, ребят, я вам скажу следующий вердикт. Во всем этом виноваты вы полностью сами. От А до Я, каждый. Значит, сейчас объясню, почему. Начнем с Дианы. Значит, когда Саша выбежал из ванной, ну вот, и сел к тебе с беседой, ну вот, и начал озвучивать свои предположения, ну вот, не разобравшись вообще, сказать, в вопросах и все прочее, прочее, значит, ты повела беседу в таком ключе, что Саша мог сделать вывод, что такие отношения действительно были. Угу. Раз. Ну вот, это твоя вина. Угу. Факт. Сашу, который этот вопрос не должен был, в принципе, интересовать, потому что это не твои отношения. Ну вот, позволил себе сделать выводы и поделиться этими выводами с другими людьми. Два. Ты поделился с кем-то, раз, и поделился их с Надей. Правильно? Да. Но ты мотивировал это тем, что Надя твой товарищ, и она никому не должна говорить. Правильно? Так. Ну вот, значит, Надя виновата, что несмотря на то, что не должна никому это было говорить, даже тет-а-тет, она тоже это дело все всем рассказала, но... Замечу, что на каждом этапе вот этого вот общения ко всему прирастали подробности. Понимаете меня, да? Mm-hmm. То есть, если есть вот такой вот, такой, знаете, составчик, чух-чух-чух-чух, и на каждом этапе из разных веток к нему такие вагончики щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк прорастали. Оп. Ну вот, значит, и, в свою очередь, ты не права, ну вот, в том, что, значит, это все выдало, ну вот, все это рассказало и озвучило. Ну вот, а тебе я скажу такую вещь, что ты не права, потому что нет дыма без огня. И ты сама сейчас меня прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Угу. Договорились? Все. Я сказал все и надеюсь, что этот конфликт может быть исчерпан. Мы должны брать друг другу руки и сказать, что это не повод для ссоры. Забудьте это, будто этого не было. Окей? А есть вопросы? Да. Где они задавались вопросы да. конкретно, были ли у нас с ней близкие отношения? Я вам скажу касаемо этих отношений. Если они и были, то есть не даже близкими никак. Если они были. То есть это даже не стоит того, так скажем. Да. Да. Это по поводу получается. Дианы и Насти. Да. Значит, Настя, по поводу... Еще секундочку. Я остальные отношения разбирать здесь не хочу, потому что здесь других людей нет, которые касаются к этому скандалу. Я считаю, что это правильно. Угу. Хорошо. Вот так.
Ребят, давайте этими аплодисментами поблагодарим Романа, собственно говоря, за то, что он такой сложный путь сегодня с нами проделал. Спасибо вам огромное. Вы нам очень помогли. Это самое главное. Очень надеюсь, Нет. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. О. Что такое? Ничего. Ну, мы с Эмиком уже все. Да, мы уже пролетали наша, всех сторон. Это наше первое место. Под настрали нам отличненько. Теперь уже. Ничего уже не сделаешь. Я по-прежнему за вас держу кулачки. Да, мы с такими событиями, знаешь. Ну, не знаю. Ну, как вы думали, что солнце выиграет? Думаешь, солнце? Мы как бы... Ну, под Австралией очень хорошо. Ну, представляешь, целый день вчера. Только сегодня мы стали. Вчера мы только стали разбираться. А позавчера был тет-тет. И целый день, где Надя говорит... Что видел Саша, собственно... Целый день будут думать, что такая ситуация была. Конечно, такая ситуация была. Значит, дело все в том, что получилось так, что, так сказать, может быть, сам того не желая, я принес Надю в жертву немножечко. Но с другой стороны, смотрите, какая ситуация. Я знаю, что Надя не видела этих отношений. Понимаете меня? Так, да. Она не видела, это факт. Однозначно, она их не видела, поэтому она об этом говорить не может. Каждый что-то сказал, каждый что-то сбакнул, что-то передал, перепортил, испорчен телефон, одна баба сказала. Вот такая ситуация. Ну вот, я вам скажу, что, во-первых, да ты даже не знаешь, что не прав. Ну вот, Саша не прав, потому что он сбалтнул. И там что-то надодумывал. Ну вот, Надя не права, что она в своем разговоре это передала кому-то. Вообще надо было молчать. Ну вот, Диана не права, то, что она Саше, значит, его, просто из своей, сказать, не знаю из-за чего, Саша, она подтвердила его догадки, истерии, так, типа, я знаю. Ну вот, а Настя не права из-за того, что не разобравшись, начала скандалить. Ну вы знаете, я вам скажу, это была не защитная реакция. Настя глубочайший циник. Ну вот, она очень хорошо собой владеет, прекрасно владеет. Ну вот, и, видимо, это, знаете, был, вернее, так. Вот, допустим, у меня некий конфликт. Но я не хочу показывать причины этого конфликта. Или я злюсь. Значит, и я злюсь, допустим, на Васю. А рядом со мной стоит безобидный Сашка. Ну вот, я знаю, что если я буду с Васей скандалить, то у меня могут быть проблемы. Ну вот, и вдруг в один из ситуаций вот это вот Сашка себя плохо повел, допустим. Я на эту Сашку срываюсь, даю ему оплюху, пощечину. Хотя Сашка здесь ни при чем. Почему? Я преследую две цели. Я преследую цели запугать Васю, раз, слить свою злобу и показать всем, что здесь кто папа вообще в этой пещере. Вот такая философия. Здесь примерно что-то похожее произошло. То есть она лишний раз вот слила эмоции, показала, покричала и типа сказала, ша, бояться. Бей чужих или там бей своих, чужие боялись. Такая тема. Вот так. Вот. Значит, теперь касаемо, сказать, Дианы, о которой мы с вами не поговорили. Ну вот. Давайте я вам приведу пример. Значит, вы помните фильм «Дозор», да, «Дозор». Ну вот, я вам скажу, что вот если бы, так сказать, это было бы настоящему, вот, так сказать, вот эта вещь, то Диана была бы темной силой. И при том, знаете, в самом, что называется, типа, ведьма седьмой степени. Там, знаете, типа, сержантик такой рядовой. То есть, такая, знаете, серия «Отравить мух», ну вот там, чтобы куры не неслись. Ну, такого плана. Но не больше. Больше бы ее не пустили. Вот так. Ты мне лично говорила, что Саша вообще ничего тебе не говорил про то, что он нас видит в душе. Потому что он мне пообещал. Что он не пообещал, он что с тобой даже это не обсуждал. Ты так это сказала. Я говорю, что мы не обсуждали эту тему с ним про душ. Ну. Оказывается, он зашел, тебе говорил. Ну, я говорю, что там, он говорит, что там, он говорит, ничего не было, и все, мы не обсуждали. Там, если все мы обсуждали, мы не говорили по этому поводу. Мы не обсуждали эту тему. Кто-то мылся, кто не мылся. Ну, видишь, как сказал Роман, что ты, если бы ты растолковала ему нормально, если бы я сейчас понимала, тогда, он, да. Вот, может быть. Но он меня так может и не спросил, быть, Настя. Но если есть. Он меня не спрашивал по этому поводу, ну, а тебе ничего. Было все равно. Тебе надо было только поесть. Да. И самое важное, Настя, были отношения или не были? Судя по реакциям, у Насти таки были какие-то скрываемые отношения интимного плана с Кариной. Но еще один аспект. Есть такое слово, знаете, самовлюбленность. Я богиня. Неважно, кто меня любит, меня должны любить все. Собаки, кошки, люди, мужчины, женщины. Ну, вот. Она, может быть, рассматривает вот эти отношения лесбийские не как лесбийские отношения, не взаимные отношения, а как поклонение ею. Понимаете меня?
Вот так вот это происходит все. За Настей, так скажем, грешок, да, я опять же не буду утверждать, потому что я этого не видела. Да. Но слухи уже пошли с тех пор, когда, так скажем, не в одних отношениях она состояла. Ну, одних нет, нет. То есть сначала там у нас была Камила, потом была Ольга Моцак, потом Диана, сейчас Карина. Хотите конкретно отвечу? Хотите конкретно? Угу. Значит, итак, отношения лесбийские были или нет? Да, были. Она говорит, что нет, это ложь. Раз. Были отношения. Все. Угу. И без слов. И забудьте. Настя не оценивает эти отношения как лесбийские. Ну вот. А Диана не может их для себя оценить как полностью лесбийские. Но там был просто флирт, либо там... Тебе было все равно тогда на дружбу, было на все равно. Я просто ему сказала, что эти вопросы задавай только мне и не выноси это никуда. Она лжет намеренно или действительно в ее это голове вот все есть? И то, и другое. Вот нельзя по нее так сказать. Вот у нее и то, и другое. Хотите конкретно отвечу? Хотите конкретно? Угу. Значит, итак, отношения лесбийские были или нет? Да, были. Она говорит, что нет, это ложь. Раз. Были отношения. Все. И без слов. И забудьте. То есть все-таки связь присутствует между Настей и Кариной? Да. Лесбийская связь? Да. И причем инициатором этого всего является Карина? Большей частью Карина, да. По крайней мере, Карина женщина. Мужчина. Карина мужчина. Да, Карина мужчина, да. А еще такой вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, вот она начала отношения с женщинами, да? Да. Может быть, из-за того, что ей не хватало внимания от Сэма, может быть, он ей что-то не давал, и за счет этого она переключилась на женщин? Нет, это не так. Значит, вот скажите, вот такая была, сказать, известный персонаж в истории, мисс Салина. Угу. У нее было сотни мужчин, и что, не хватало внимания? И надо было больше. Вы понимаете, так сказать, это вот, я иду, и все должны мной восхищаться. Одно дело, когда сотни мужчин, а другое дело, когда один мужчина, любимый, порой тебя не хочет. Вы знаете, вот здесь я не могу сказать, этого я не знаю. И даже выводов делать не буду. Это другие исследования, надо делать по-другому. Значит, вы меня спрашивали, я вам отвечаю. Лесбийские отношения, да, были. То, что говорит, что их не было, это ложь. Вот так. Они хорошо, были. В конкретной этой ситуации кто лжет? Значит, вот самый тяжелый вопрос для меня. Потому что, смотрите, сказать, получается, что все лгут. Потому что каждый что-то додумал, каждый что-то... Так вот, все-таки отношения у Насти с Дианой были. Но Настя не оценивает эти отношения как лесбийские. Ну вот, а Диана не может их для себя оценить как полностью лесбийские. Вы понимаете меня? Ну вот. Для Насти, знаете, это очередной, сказать, какой-то жест, лишь подтверждающий, что она великолепна и всем нравится. Ну, такого плана что-то так вот, знаете, сказать. Но там был просто флирт, либо там... Половые отношения. Да. Вот так вот. Давайте встретим Сэма и Настю и жителей нашего города. С зонтиками мы такие сейчас намокнем. Ой, боже, как вас много. Здравствуйте, друзья. Привет. Здравствуйте, жители. Здравствуйте. Ну, здорово. Приходите, садитесь. Ну что ж, ребят, мы специально собрали вас всех здесь, потому что действительно у нас важный вопрос на повестке дня. Мы вновь, хоть и гостями, видим здесь Сэма и Настю. И хотелось бы понять, ребят, вы так скоропостижно ушли. Я вообще даже не успела с вами попрощаться. Все-таки приняли ли вы какое-то для себя решение? Что вообще происходит в ваших сердцах? И вот вообще с чем пожаловать? Ну, решение мы действительно приняли. Мы его приняли уже... довольно-таки давно. Отказываться мы от него не собираемся. Мы приняли решение уходить. Вот. Рано и поздно надо, наверное, начинать самостоятельную жизнь. Вот. Пришли, пожаловались, чем? Ну, здесь все, в принципе, начиналось. Нехорошо уходить, не попрощавшись. Поэтому хотелось бы каждому все сказать
просто было такое ощущение, что что-то забыли. Вот даже когда вещи собирали, ходим, собираем густыми, по-моему, что-то забыли. Он говорит, не знаю. И солнце тут вдруг говорит, наверное, вот частичку себя. Я говорю, ну, наверное. Вот пока не попрощаемся, наверное, вот это вот не отпустит. Но мне тоже кажется, что уходить с проекта надо красиво, тем более, что вас отсюда никто не гнал. И действительно, мы были бы рады, если бы вы решили здесь остаться. Жалко, что вы сами, приняв решение о детекторе лжи и, собственно, спровоцировав эту ситуацию, пришли к тому, к чему пришли. Но в любом случае... Можно я скажу? Дело в том, что детектор лжи — это отдельная история, как бы. А решение, в принципе, мы действительно долго, то есть это не такое поспешное решение, чтобы все, что делать, что делать. Мы действительно очень долго думали, потому что на такой шаг, это, извини, это действительно нужно взвесить все за и против. И мы действительно, ты знаешь, я думаю, все знают, какой я рассудительный, и чтобы меня спровоцировать... Ну, странно, Сэм, вот смотри, вы были, можно я скажу, вот все-таки, согласись, странно, вы были всего в шаге от квартиры. У вас было свое кафе, и вот так все резко бросить просто из-за того, что вскрылись какие-то, пусть даже неприятные подробности личной жизни, мне кажется, это глупо. По поводу неприятных подробностей, Ксюша, могу сказать следующее. Я чувствую себя настоящей женщиной, знаете почему? Потому что в сексе вообще могут быть разное разнообразие, и благодаря, абсолютно, может быть, мы согласны, благодаря, может быть, моим разнообразием и моей выдумке, мой мужчина за 3 года ни разу не наставил мне рогов. Нет, вот, Настенька, можно я только маленькую вставку? Да. Мы вообще на нашем проекте, где мы строим любовь, мы, как ты сама знаешь, имеем здесь совершенно разных людей и очень свободно относимся к каким-то сексуальным предпочтениям. И в самом факте того, что там у тебя были девушки или вообще какие-то сексуальные отношения не совсем классического характера, в этом вообще нет ничего постыдного. Я думаю, что у многих людей был такой опыт, и в этом абсолютно нету ничего такого плохого или греховного. Ну, вопрос был в другом, что ты обманывала проект, обманывала ребят, и вся эта ситуация, ну, считаю, сама на тебя вылилась негативно. Главное, ребятами. Не обманывала меня. У нас же проект, где мы обсуждаем личную жизнь молодого человека. По-моему, это самое главное. И у нас не как бы отношения. Мы ушли вместе, мы проживаем вместе в одной квартире и собираемся строить планы дальше, наши интимные, сексуальные и разные отношения вместе с ним. Ну, это, в конце концов, вот самое главное. Но тогда скажите, зачем вы сейчас сюда пришли? Попрощаться с ребятами? Да, хотелось бы попрощаться с ребятами, потому что действительно здесь очень много всего происходило. Мы отдали здесь 3,5 года, вот. Ну хорошо, я думаю, ребятам тоже есть что вам сказать. Я знаю, много чего накопилось. Итог всего, чтобы там... Да. В первую очередь, так, чтобы, ну, мало ли, времени не будет, мы хотим обратиться к телезрителям, тем людям, которые нас поддерживали, чтобы не забыть. Вот. Мы хотим сказать, что действительно, вы в нас не ошибались. Скажу коротко, мы здесь построили свои отношения, мы начали быть парой, мы здесь были парой, мы уходим парой. Поэтому в этом уже не сомневаться. Стыдно очень перед людьми, действительно, перед теми, которые голосовали за нас, за квартиру. Огромное им спасибо. Действительно, мы были в небольшом шаге от жилплощади. Вот. Огромное людям спасибо. Простите, что вот так в последний момент мы ушли. Правда, мне неудобно больше всего перед ними. Действительно, благодаря ним я поверила в то, что мы чего-то стоим, и люди, которые наблюдали за нами, действительно видели все наши отношения, разные вещи. И даже несмотря на то, что после эфира вышла в эфир программа, где говорится о моем сексуальная ориентация, даже после этого люди все равно продолжали за нас голосовать. И для меня это очень важно. Это наоборот свидетельствует о том, что наши зрители тоже свободны, и к твоей сексуальной ориентации у них нет проблем и нет претензий. Мне кажется, это тоже важно показать. Огромное спасибо им за то, что они нас так поддерживали. Хорошо, давайте послушаем ребят, которые тоже хотят вам много чего сказать. Знаете, я хочу попросить прощения. Я неделю назад сказал одну фразу, за которую мне очень стыдно здесь, что Настя буквально переворачивала от Сэма в какой-то момент. Я немножко перегнул палку. Это не так. И я хочу взять свои слова обратно. Ребята, мне очень жаль лично, что вы уходите. Я этого не хочу. Я считаю, что вы достойны здесь быть. И вообще вы достойные люди. Вот и все. Я могу тебе в ответ сказать о том, что
я вчера буквально думала о том, что вот я еду, да, наверное, думаю, ну какой, интересно, самый такой вот запоминающий момент. И я вспомнила момент, и могу сказать тебе спасибо за это, потому что из этого момента тебя, ну, никак не вычеркнуть. Это тот момент, когда Сэмми подрался с тобой, когда он мне первый раз признался в любви. Я вот вспоминаю, вот мы вдвоем, и вот ты вот, ну, никак из этой истории не вылетаешь. Спасибо тебе огромное за этот момент. За драку. Он был действительно самый яркий, нет, потому что когда происходят какие-то трудности, тогда ты понимаешь, насколько тебе человек дорог. И вот этот момент мне вспомнился, и вот огромное тебе спасибо за этот спасибо. Момент. Спасибо, я знаю, Гена что-то хотел сказать. Настенька, Сэм, вот я просто... сейчас опять скажете, что такое плохое, но я просто не могу промолчать, и вот на все вот это вот то, что сказано. Да, вы уходите, действительно, жаль, Настенька, что ты покидаешь проект очень сильно. Сэмик, понятно, это тут... Вот то, что вот сейчас вот он говорит, это полная брехня. И опять же он продолжает врать. Я не понимаю, зачем, Настенька. Я уже не являюсь участником, и смысла врать мне неужели, нет. Неужели напоследок нельзя было уйти? И вообще, зачем уходить, Настенька? У тебя все так замечательно здесь. У тебя кафе, то, к чему ты стремилась. У я тебя считаю, здесь хорошая... Что... Ты здесь заработала авторитет. Рано, дайте легко. Сказать. Хорошо. Это не так уж легко заработать здесь на проекте авторитет. И люди, которые сюда приходят, они сразу приходили, и ты знала прекрасно. Они шли к Насте и Дашко и советовались с ней. Даже тот же я, когда мы с тобой подружились здесь. И мне действительно непонятно, почему ты покидаешь проект. И вот сейчас же опять вот это вранье. Зачем напоследок врать? А в чем вранье? Подожди, мы не поняли. Вранье в том, что вот даже Сэмик, мы же прекрасно знаем те смс-ки, которые они друг другу слали. То, что у Сэмика полно девочек за периметром, которые он общается. Полно общаются. Девушкам за периметром, вот главное, Настенька. Куда он возвращается. Ну, Настенька, я же говорю, я не очень современная женщина. Ну, ребята, это как-то, согласись, подрывает, ну, а именно не то, что ваши какие-то сексуальные там развлечения, это ваше дело, но подрывает ощущение любви между нами. Ксюша, просто пойми, сейчас речь сказать? Не об этом, подожди, Настенька, секунду, речь не о том, что кто кому шлет смс-ки, а речь о том, что зачем уходить Насте, зачем уходить вот именно, вот это все то, что росло вот эти 3,5 года. Почему просто не признаться людям? Да, люди, мы вас обманули. Да, ну был у нас такой момент в жизни. Ну, у кого не случается? Мы все люди живы. Да. Так почему же не сказать, мы хотим начать с нового листа, заехать даже в эту же комнату. И жизнь здесь припевающая. А не отходить от этого, Настя, зачем? Можно сказать, да? Первое. Могу так сказать. Тут могут говорить о любви все, кто угодно. Но даже сегодня, вот опять же, едя в машине, я подумала, назовите мне хотя бы одну пару, которая просуществовала 3 года и ушли вместе. Рома и Оля. Самый яркий примет великой любви. Где Оля и где Рома? Скажите мне, пожалуйста. У нас могут быть разные, еще раз говорю, у нас могут быть разный секс, с разными там непонятно что. Но самое главное, то, что мы ушли вместе, это раз. И то, что, Гена, мы рады будем всегда тебя видеть. Ты увидишь прекрасно. Я современная женщина. Ну, говорю, я переживала больше всего за свою маму. Но я могу сказать, что я современная женщина, я могу позволить своему мужчине все, что угодно. Самое главное, куда он возвращается? Он возвращается ко мне. И когда мне сложно, он бьет лицо кому-то. И он идет вместе со мной. Это спасибо. Самое главное. Кто-то еще хочет сказать? Да. Да. Вот, Настенька, я хотела спросить, как ты думаешь вот, по поводу кафе, твои прогнозы, как ты думаешь, кто должен заниматься вместо вас кафе? Безусловно, мне бы хотелось, чтобы этим занималось солнце. Объясню, почему. Потому что у нее трезвый ум, потому что у нее ее амбиции совпадают с ее желаниями, потому что переделать кафе может каждый, но на это надо деньги. А нужно ли ей кафе? Ведь вроде у Солнца никогда не было интереса к таким вещам. Солнце, она хотела заниматься. Ей никогда не было интереса у заниматься всех кафе. Всегда, никогда не было. Неправда, Настя, ты всегда говорила о том, что творчество тебя интересует меньше, ты хотела бы заниматься благотворительностью, либо каким-то бизнесом. Это всегда было. Солнце, вот сколько лет, я помню, все интервью, Солнце всегда говорила, меня интересует только музыка. Я хочу помню. Записывать диски, я хочу писать песни, я хочу выступать. Ну, так если, ведь? Смотрите, дело в том, что каждый из нас, придя сюда, вообще никогда не думал о том, что у него будут гастроли и еще что-либо. Если есть сейчас такая возможность, то надо пробовать себя в чем-то новом. Я тоже никогда не думала, что у нас с Эмом будет свое кафе. Кстати, в дальнейшем мы собираемся открывать свое, Москве, да, то, что у нас есть. Не обидно, что вы еще буквально, знаете, я уже говорила ребятам свое мнение на эту тему. Мне вся ситуация вокруг вашего кафе напоминает, когда, знаете, человек умер, знаете, труп покойника еще не остыл, а с него уже сапоги стягивают. Вот то, что вы 3 дня назад ушли, и уже на следующий там день уже скло, да, как то кафе, это вот не обидно вам? Ну, это, конечно, очень так неприятно, вся эта дележка, но когда накануне стоят огромные вещи, то, как вы помните, даже родственники между собой ругаются. Это
это всегда неприятно, но это всегда будет. Солнце, а ты готова забрать кафе? Свое управление. Мне не нравится слово «забрать». На самом деле, мне бы хотелось, чтобы все ребята действительно тоже поняли, кому что надо. Я могу сказать, что я бы очень расстроилась, если бы плод любви этих двух прекрасных людей загнулся. Поэтому я знаю и знаю в себе, нахожу силы быть руководителем и кафе. Мне кажется, никто моих способностей не сомневается. Что ты напоследок можешь сказать Насте и Сэму? А вот напоследок я им говорить не буду, потому что мы с ними как общаемся. Все это время, практически каждый день виделись, так и будем видеться. И думаю, что мы не расстанемся никогда и будем по жизни идти вместе. Ну что ж, я думаю, что у Насти и Сэма будет время с вами со всеми попрощаться. Ну а мы увидимся сразу после рекламы. Это был телепроект «Дом-2». Строй свою любовь. Давай. Счастливо. Надеюсь, что мы еще увидимся с вами. Ну что, Ксения Анатольевна, вы пример для подражания для меня. Всегда были, всегда. Я считаю, что большая история, что ты пришла сюда в этом своем ужасном розовом пальто и в синих сапожках, а уходишь шикарной, красивой. Шикарно. И не одна. Прекрасной женщиной. Мне кажется, что за эти 3 года тебе гораздо... Я всегда брала тебя пример. Очень поэтому много, мне кажется. Стал очень красивый, с классом, с правильным таким вот ощущением ты жизни. Ты можешь хоть в кафе приходить? Но это уже не ваше кафе. Нет, там открывай кафе. Еще одно. Никогда ей не была. Просто у тебя много любви в тебе. Просто смысла нет сейчас эти дома. Ты не лесбиянка. Тебе много любви, просто. Будь умничка. Все, прости, вообще, я сам не знал, что так будет. Ужасно все это.